Мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. То, что сделали вместе Стефенсон, Форд и Боинг. Принципиально новая транспортная отрасль нужна всем, человечеству, каждой стране, каждому городу, каждой семье и каждому человеку. На разработку транспортной инновации Rail Skyway потребовалось 36 лет и более 7 миллиардов рублей. Чтобы начать продавать эту технологию, необходимо построить тестовые участки, на которых она будет сертифицирована и показана заказчикам со всего мира. Для этого нам необходимо в ближайшие 3 года инвестировать средства, соизмеримые с уже вложенными. После этого мы обгоним всех и навсегда в мировой транспортной нише, емкость которой превышает бюджет России в несколько раз, и займем не менее 50% этого рынка. Подобное уже удавалось в истории, например, Боинг. Империи рушатся, распался Советский Союз, но его инфраструктура, в первую очередь транспортная, осталась, как живет и работает Транссибирская магистраль, построенная век назад, пройдя через революцию, гражданскую и мировые войны. Построенные по струнным технологиям небесной дороги Skyway также будут работать на благо людям столетия, внося доход тем, кто рискнул и пришел в свое время инвесторам в эту инновационную технологию. После сертификации проект перейдет из разряда инновации в разряд инвестиционный проект. Далее технология перейдет в адресные транспортные проекты, реализованные на всех континентах планеты. И километрами или метрами этих дорог, в зависимости от объема вложения в технологию, будет владеть каждый конкретный инвестор. А его инфраструктурная собственность и дивиденды от нее перейдут затем по наследству потомкам. Недорогие, безопасные, эффективные дороги необходимы не чиновникам и государству, а простым людям, тем, кто и платит за проезд по этим дорогам из своего кошелька. Кошелька как пользователя, так и налогоплательщика. То есть это нужно только нам с вами. Поэтому и начато народное акционирование инноваций по британскому праву на выгодных для инвестора условиях. Акции нашей компании будут переформляться на новых инвесторов с большим дисконтом. То, что через несколько лет будет стоить миллионы, сегодня можно приобрести за несколько тысяч рублей. Начнем вместе строить наше достойное будущее. Комфортное, безопасное, экологически чистое, с высоким уровнем жизни. Будущее, которое не стыдно будет передать по наследству детям и внукам. Приветствую всех, как меня слышно, как видно. С вами Андрей Ховратов. Вещаем из отеля в Минске. Можно по 10-бальной шкале. А 10 хорошо, 1 плохо. Тут, если меня видите. Всем привет. Всем привет. Да, так что мы. Я не один. Ну что, дорогие друзья, вот и закончился январь месяц 2018 года. Я хочу сказать, что такое ощущение, что 11 месяцев прошло или 10 за этот месяц, да? Очень интенсивная была работа, очень много было сделано работы за этот месяц. И итоговым такой вот финишем этой работы, скажем, не то что финишем, а итогом января, это то, что сейчас, вот вчера закончился мастер-профи-тренинг, мастер-профи-коуч. То есть был тренинг, мы пригласили топ-лидеров всей нашей компании SWIG. Skyway Invest Group, те, которые работают в своем регионе, и прошел тренинг мастер-профи-тренер или мастер-профи-коуч. То есть мы подготавливали сейчас тренеров, и это первые выпускники, которые получили диплом менеджера многоуровневого краудинвестинга. Конечно же, они еще его не получили, там есть зачетная книжка, которую нужно будет исполнить те материалы, которые были пройдены, и отзывы людей, в ближайшее время там будет нарезка, видео сделать, отзывы людей, конечно, были просто невероятные, и практически все говорили одно и то же, и передавали огромнейший привет Анатолию Дарчуницкому, завтра мы с ним встречаемся,
Очень интересный здесь Род Хук с Австралии прилетел. Очень интересные есть моменты сейчас в работе появятся. И завтра мы встречаемся с Анатолием Дарьевичем Миницким, с Надеждой Косаревой, генеральный директор заустроенной технологии. Есть очень много интересных новостей, о которых я не имею права пока говорить, но новости очень интересные, скажу сразу. И за этот месяц прошло очень много всего. Но если подытожить, вот я сейчас хочу посмотреть, я, к сожалению, слайды не видел, так что сейчас вместе с вами буду смотреть слайды и вещать. Итоги января. Сегодня мы поговорим последние новости из Минска, планы до лета. Поймете, как уже в этом году вы сможете реализовать 50% ваших целей и мечт. И последние новости компании SkyWayInvest Group. Итак, давайте... сегодня я буду один вести, и Арманд немножко поможет, и, естественно, Дмитрий Счастливый и Максим Гафия. Так вот, если говорить под итоги января, что у нас сделано хорошего за январь месяц? Так. Во-первых, первый пусковой комплекс Технопарк SkyWay принят в эксплуатацию. Мы видели с вами, у нас прошлый вебинар был 25 или 26 декабря, да? И все вы помните, что за месяц до этого была получена сертификация, вернее, как правильно сказать, были поданы документы на сертификацию, и вы видели сейчас видео, где мы проехались в Юнибусе. Это невероятное вот ощущение. Я смотрел сейчас это видео, и я, знаете, вот Диме говорю и Максиму говорю, я уже представляю, как я сижу в этом Юнибусе в своем собственном, еду, к примеру, во Владивосток или в Хабаровск с Крыма. Вот так вот снежочек идет, я сижу, балдею, и скорость 500 км в час. Провожу вебинар, может быть, вот так же. То есть я уже живу вот этой жизнью, скажу, ребята, сразу, потому что огромное количество времени тратишь на переезды, на перелеты, скажем, все эти нагрузки, сначала взлет, потом посадка. Те, кто на поездах, конечно же, тоже понимают, что или на машине большие расстояния, что небезопасно все это. И самый безопасный сегодня пока транспорт это железнодорожный, потому что он автоматического управления. И когда сажусь либо в самолет, либо в такси, который меня везет домой потом с аэропорта, мечтаю о том, что еще лет 5-6, максимум 10, и мы все будем ездить в юнибусах, потому что время пришло. И вот доказательством это то, что конец 2017 года Анатолий Чуницкий, вот в феврале, 22 февраля у нас будет 4 года, как мы знакомы с Анатолием Чуницким, познакомились вживую. Ну, правда, по скайпу. И вот он тогда говорил, в 2017 году мы должны представить технологию миру. Я был удивлен, как это в 2017 году технологию, я думал, ну, лет 10, наверное, надо будет пыхтеть над этим. И вот мы не просто представили в 2017 году технологию миру, а еще и получили сертификацию на Юнибайке, на Юнибус, ребят. Это достижение, ну, просто сумасшедшее, вот просто. Я считаю, что то, что сделано за эти 4 года, это здорово. Конечно, хотелось бы быстрее, хотелось бы, чтобы в этом году, в прошлом году, вернее, и скоростную систему мы представили. Но все зависит от нас с вами, ребят. То есть только мы вместе, сейчас нашей хорошей работой, можем сделать так, чтобы уже в этом году на Экофесте мы представили технологию полностью миру скоростной системы SkyWay. И вот, дорогие друзья, почему прошло первое мероприятие, ну, по обучению тренеров мастер-профи. Вот они, сертификаты. Давайте сертификаты, а потом уже перейдем дальше. Один на Юнибус, один на Юнибайк. И вот сейчас мы сидели с товарищами с Род Хук, и товарищи наши по оружию, скажем так, по работе многоуровневом краудинвестинге в Австралии. И я задал вопрос, на основании сертификата мы же можем уже получить разрешительную документацию в Австралии. Ну, говорит, да, там еще ряд документов надо, но уже этого достаточно, чтобы уже пройти там все процедуры, скажем так, сертификации
или ну, не сертификация, а больше допуски, вот эти, которые разрешительные документы для того, чтобы юнибусы ездили в любой стране мира, не только в Австралии. Но хочу сказать, когда будет получено в Австралии, то во многих странах мира это будет серьезным локомотивом. То есть, ну если в Австралии, то значит у нас тем более, конечно же, можно. Поэтому здесь, дорогие друзья, вот какой момент интересный, что и в декабре я спросил Надежды Косаревой, Надежда, говорю, а мы... Отчество, да? Геннадьевна. Надежда Геннадьевна спросил. Я просто ее Надежда называю, надо уже по отчеству, она все-таки генеральный директор ЗАО «Струнные технологии». Так вот, Надежда Геннадьевна спросил, я говорю, то есть мы можем уже продвигать Skyway и городской, вот юнибайки, говорит, да, свободно. Если есть у клиентов деньги, то мы уже можем инициировать эти адресные проекты для того, чтобы эту технологию внедрить в наших городах. А что сегодня востребовано очень серьезно в городах, я не беру между городами, а в городах, это транспорт второго уровня, особенно в таких городах, как Москва, такие города, как Питер, Мумбай, Дели, дальше такие вот Бангкок, ну это огромнейшие такие города, которые ну просто нуждаются в таком виде транспорта. И вот я когда жил в Таиланде, помню, в Бангкок приезжаешь, это бетонные столбы стоят, и там бетонные такие вот эстакады, на которых ездят ну, обыкновенное метро, вот которое метро есть, у нас подземное метро, мы привыкли, это наземное метро ездит, да. И посмотрите, как наши юнибусы выглядят, аккуратненько, красиво, и вот то, что мы видим в экотехнопарке, все это реально есть, и это все реально ездит, и сегодня начинается период двух направлений в компании. Первое, это, скажем так, дальнейшее финансирование и внедрение в этом году, чтобы была скоростная система Skyway, чтобы показать скоростную. Но вторая задача, это уже организация производства, именно по производству юнибусов. И когда мы были на производстве компании, вы, наверное, все знаете, что у нас есть производство компании, которое достаточно сильное, и там уже планируется в этом году, скажем, наладить так производство, чтобы выпускать можно было минимум 100 юнибусов в месяц. То есть это 1200 юнибусов в год. И объясню, почему нужно, ну, даже по аван-проектам, вот, которые нужны в тех аван-проектах, которые вот у нас есть Skyway Invest, ну, в группе компаний Skyway Invest Group, в России, в Украине, в Белоруссии, ну, уже нужно примерно 500-600 юнибусов. 350 юнибусов, если не ошибаюсь, в Чехии только нужен под аван-проект, в Чехии, Прага, аэропорт, в Праге аэропорт, центр города. То есть здесь так важный момент, что уже в этом году, я думаю, что будет налажено производство именно по линии по производству юнибусов. Хорошее достижение наше с вами, как соинвесторов компании Skyway. Так, ну идем дальше. На все вопросы я отвечу в конце, дорогие друзья. А, вот. Вот если говорить в январе, огромное количество во многих изданиях, вот если в процентном соотношении, то в январе вышло во многих изданиях о Skyway Анатолия Ильича Юницком примерно 30% всего того, что вышло за год, дорогие друзья. О чем это говорит? Это говорит о том, что огромное количество репортеров понимает, что это сегодня тренд, и об этом нужно говорить. Более того, огромное количество репортеров со мной недавно связывались с Москвы. Я сначала думал, знаете, эти репортеры такие засланные, чтобы что-то плохое написать. Оказывается, он говорит, да нет, я из ваших, у меня все-таки есть миллион долей, так что я наоборот, я хочу писать хорошие вещи. И тогда вот, ну, я говорю, ну, соединитесь с компанией, дал телефоны из компании, говорю, пообщайтесь, как, до чего и так далее.
Поэтому, дорогие друзья, это большая победа, когда о нас начинают писать во многих изданиях, и не только российских, не только белорусских. Это очень здоровое достижение. Еще одно из достижений, я считаю, это то, что сейчас идут установка элементов разворотных колец на грузовой трассе. И я думаю, что, исходя из того, что там еще осталось, ну, это максимум, наверное, к весне уже, может быть, к маю, будет готова грузовой Skyway. Вполне вероятно, будет намного раньше. Вы видите наши новости, которые есть, все работы, которые ведутся. Экотехнопарк не стоит. И это просто здорово. То есть, когда мы видим, что финансирование экотехнопарка идет по должному, скажем, графику. Идет подготовка юнибайка для участия в одной из запланированных выставок. Ведутся работы по калибровке основных систем юнитрака. На завершающем этапе находится восстановление поврежденного 14-местного юнибуса. Вы помните, что была такая неприятная ситуация буквально через неделю после... Неделя или 8 дней после... 15 декабря, да, была неприятная ситуация, когда... Почему-то погрузчик наехал на юнибус, ну, вот его восстанавливают. Производится сборка тяговой станции для грузового комплекса Skyway и также продолжается работа над другими образцами подвижного состава и стендового оборудования. Далее, если вы помните, Skyway был презентован в Таиланде, и это очень здорово, потому что, скажу вам сразу, что... Ага, в Куала-Лумпур. И в Куала-Лумпур зашли. В Сингапур и в Куала-Лумпур. То есть эта дорога, глянь, как нарисована, интересно. Дорога, которая просто нужна в этом азиатском регионе. Скажу вам сразу, что ни в Малайзии, ни в Таиланде нет качественных дорог. И однажды, когда я там жил, полтора года назад, я там полтора года прожил и тоже активно работал с некоторыми товарищами, которым очень нравился Skyway, и все говорили, что это Skyway вот просто необходим. И причина в чем? Очень, когда сезон дождей начинается, дороги практически заливаются. Но китайцы предложили, что да, мы можем вам построить, и я видел это в журнале, какой-то железнодорожный журнал, и также мне когда перевели, вот тайцы, и говорит, вот если Китай построит железнодорожную инфраструктуру в Таиланде и вот в Малайзии, то здесь может быть один нюанс. Когда посчитало вот государство и сказали, что мы тогда 250 лет будем в рабстве, в железнодорожном рабстве находиться у Китайской Республики. Потому что 250 лет они посчитали, нужно будет окупить все эти железные дороги. А таких денег нету, чтобы платить сразу. О чем это говорит, дорогие друзья, что рынок Азии для нас, он настолько перспективный, и в Малайзии, вот чтобы вы понимали, я когда был в Малайзии тоже, ну, по туризму, говорили, там вот, если смотреть справа, Китайское море, кажется, это называется, там, говорит, такие уникальные места есть, это просто обалдеть можно. Туда ездят на таких джипах с колесами, как с БелАЗа ставят, ну, я смеюсь утрированно. И чтобы приехать 6-8 часов, вот так вот трясешься, и потом приезжаешь, и это райские местечки. Я говорю, а почему там земля? Говорит, земля там вообще задешево, ее просто так отдают, если будешь брать. Представляете, когда мы туда Skyway проведем, как цена в цене, земля в цене может вырасти, ребят, вообще. И какие потом, может быть, возможности откроются вместе со Skyway там. Также в Индонезии 22-24 марта и 9-11 апреля участие группы компании Skyway было в крупных специализированных выставках. То есть, вот я почему говорю, что месяц прошел, а было такое ощущение, что вроде бы ну, месяцев 10-11 прошло. То есть, я уже задумался, это 19-й год или 18-й год, то есть, насыщенный был год. Для некоторых людей, вот особенно живущих в России, у нас праздники где-то до 20-х чисел, до масленицы, до масленицы вообще, да,
некоторые, ну, до 20-х, а потом еще до Масленицы. Это Масленица у нас на следующей неделе, кажется, будет, да? Поэтому очень насыщенная была работа, и нас, руководители вот фонда СВИК, и лидеров и партнеров, которые работают очень активно, тоже работа насыщенная. И что мы решили на конец 2017 года и какие цели мы поставили? Мы поставили себе цель вырасти в 100 раз. Что это означает? Это означает, что если вдруг не придут крупные инвесторы для финансирования компании Skyway, то только с помощью многоуровневого краудинвестинга мы сможем закрыть вход в Экотехнопарк к маю, максимум к Экофесту, который будет в этом году. Когда будет Экофест, еще даты точно неизвестны. Завтра, может быть, при общении с Анатолием Чемницким мы что-то сможем прояснить, и тогда на следующем вебинаре отчетно мы расскажем, это который будет в конце февраля, начале марта. И вот, дорогие друзья, мы решили, что если мы хотим вырасти в 100 раз, чем мы были в прошлом году, а что это означает? У нас 1200 консультантов. Если вырасти в 100 раз, когда мы ставим цель вырасти в 100 раз, значит, у нас уже будет не 1200 консультантов, а 120 тысяч консультантов. И, естественно, оборот, который будет в компании Skyway Invest Group и финансирование, которое получится компания Skyway, закроется не только вход в Экотехнопарк, в корневую технологию, но также денег будет достаточно для многих адресных проектов. А как я говорил, уже у нас около, Дмитрий, сколько? 50 аван проектов или меньше? Уже, наверное, больше 60. Около 60 аван проектов есть, которые мы можем уже прорабатывать. Некоторые из них, и вот Дмитрий, почему здесь в Минске тоже, во-первых, был на тренинге мастер-профи, тренер мастер-профи, а во-вторых, есть уже договоренности с местными властями, с местными корпорациями на Байкале по адресным проектам. Поэтому завтра будем обсуждать вопросы внедрения уже адресного проекта, юнибусов и юнибайков на Байкале. И к чему это подвожу, да, что в этом году мы вполне вероятно уже несколько адресных проектов, может быть, даже не просто начато, а может быть даже завершено. Ну, таких небольших адресных проектов, потому что есть некоторые адресные проекты, где уже земля, она находится в собственности, ее не надо выделять, да, а там нужно получить только разрешение и сделать техпаспорт на объект строительства, что можно сделать в течение 3, максимум 6 месяцев, и подготовиться к строительству, и некоторые есть объекты, которые можно построить за 3-6 месяцев. И поэтому, дорогие друзья, мы поняли, что если вырасти в 100 раз мы хотим, нам необходимо сейчас подготовить кадров. И мы решили отказаться от мастер-профи онлайн. И мы ввели в этом году, ну, по крайней мере, первые полгода, вот до Экофестиваля, мы ввели мастер-профи офлайн. И поэтому мы собрали сейчас 50 человек с разных стран. Это были и Россия, Белоруссия, Украина, Казахстан, Киргизстан, Италия, Новая Зеландия, Австралия, Англия. Да, пока все, да? Да, пока все. Да, Румыния. А, ну, Петру, да. Угу. То есть, ну да, пока все. Вот эти страны, лидеры, но в Италии там есть лидеры, которые сейчас уедут работать не только в Италию, а еще... А, с Индии были, да. Филиппинов не было. То есть сейчас разъедутся, это люди, которые были, не были, а это люди, которые являются уже профессионалами многоуровневого бизнеса, но мы подготавливали, так мы работаем в системе многоуровневого краудинвестинга, ребят. Нам необходимо, чтобы люди не просто могли тупо строить сети и рассказывать о том, что бери сегодня акцию по $1, а завтра ты ее сможешь продать по одному центу, а завтра ты ее сможешь продать по $1, да? Потому что это неправда. И когда такое говорят, мне хочется сказать тем людям, кто говорит, вы что, просто хотите денег заработать на этом, обманывая тех людей, кого вы приглашаете? Поэтому я говорил уже не раз, и мне задают часто вопросы, когда IPO будет?
Когда можно продать акции? Сразу хочу сказать, что если вы ожидаете цену на акции SkyWay в 1 доллар, то она может быть от, в связи от спекулятивного спроса примерно тогда, когда мы построим от 30 до 100 тысяч километров дорог. Или, по крайней мере, уже будет вести строительство. То есть начнется строительство, вести строительство на этих участках дорог. Вот тогда рыночный спрос может поднять ее даже больше, чем на 1 доллар, может даже до 10 долларов поднять. Но также может и опустить, потому что есть финансовые акулы в мире инвестиций. И я вам приведу простой пример финансовой акулы, как опускают рынок. Ну, простой пример вам привожу. Значит, все вы знаете, сегодня идет такая вот криптомания по всему миру, куда ни глянь. Вот просто вот, знаете. И все кричали, вау, там биткоин растет, это круто, это вообще, вы что, ничего не понимаете, да? Но если говорить о биткоине, у меня есть мое отношение к биткоину, вы можете послушать его на сайте Академии, там есть вебинары, где я рассказываю о криптовалютах, да? Хотя я считаю, что технология криптосистем, она пришла в ногу, в тему, но, к сожалению, под хорошие все вещи она действительно несет очень много положительных моментов. Есть плохие. Но вопрос в чем? Недавно все кричали о том, что вау, вы что, видите, на NASDAQ, а это биржа, фондовая биржа Америки, сейчас вводят фьючерс на биткоин. Я тогда, когда услышал, думаю, ну радуйтесь, радуйтесь, я-то знаю, для чего это все делается. Но дилетанты инвестиционного рынка рассказывали о том, что сейчас рынок, биткоин еще больше поднимется. Ну да, он поднялся перед тем, как, скажем, первые торги пошли по фьючерсу на биткоин, он поднялся, а потом он опустился, и сегодня он опускается и опускается. Да? Так вот, чтобы вы понимали, кто стоит за фондовыми рынками, это финансовые акулы, императоры финансовые, которые знают, как опускать рынки. Ну, простой пример, вот с нефтью связанный, когда Россию нужно было опустить, они опустили нефть. Почему? Потому что фьючерсы на нефть, видите ли, пошли вниз. То есть, а фьючерсы вот такие, как на нефть были, и как фьючерсы на биткоины, это, чтобы понимали, производный инструмент биржи. Это воздух. Вот надутый шарик такой, надули, а для того, чтобы шарик висел, его нужно привязать к чему-то, иначе он улетит, да? И вот те, кто этот шарик надул, они могут его сделать надуть больше, ну, чтобы он не лоб, да, и надуть меньше. Если им надо, значит, они воздух сдуют, потому что они же управляют этим шариком. И вот благодаря тому, что появился фьючерс на биткоин, теперь биткоин не может просто так расти, когда ему захочется. О чем это говорит? А это говорит о том, что сейчас уже за курсовую разницу биткоин, то если он был основан там на основе спроса и предложения, и все, бесконтрольно, как они говорят, мы децентрализованные, мы никем не контролируем и так далее, да? Сегодня его можно уже контролировать через вот такие вещи. Через создание фьючерса на, пока там, может быть, это NASDAQ, американская биржа, потом они, или на Чикагской, или на NASDAQ, я уже точно не помню, потому что, может, кто-то, специалист какой-то, который знает, скажет, о, Ахвратов, ты не знаешь. Или Чикагская биржа, или NASDAQ, вот, которая Нью-Йоркская. И, Нью-Йоркская это NICE, NASDAQ. Неважно, в общем, да. Так вот, я к чему это все подвожу? Раз мы работаем в системе краудинвестинга, а краудинвестинг это работа на инвестиционном рынке, люди должны понимать и осознавать, что такое вообще инвестиции, инвестирование, что такое вообще стратегии в инвестировании, что такое спекулятив там, и так далее, какие объекты, инструменты есть. Это хотя бы нужно базу понимать. И поэтому школа мастер-профи, тренер-мастер-профи, она заложена, и мастер-профи вообще заложена так, чтобы дать образование и знания в области построения бизнеса многоуровневого и в области краудинвестинга. То есть это две сильные такие вещи, что многоуровневый бизнес, что краудинвестинг, самые сильные такие, да? Почему самые сильные? Многоуровневый бизнес – это самый элитный сегодня, считаю, бизнес, потому что люди могут быть свободными и делать очень интересные, важные вещи. И самое главное, быстро реализовать свои мечты.
не зависит от государства, от начальников, там, от курсовой разницы, валюты, если у них такое есть. Они сами могут быть хозяином своей жизни. А краудинвестинг – это инвестирование в акционерные компании, вновь создающиеся компании, связанных с технологическими какими-то разработками. И на этом, когда это все, скажем, компания, она действительно выходит на рынок и очень серьезно поднимается, то в этом плане самые большие прибыли. Поэтому многоуровневый краудинвестинг – это серьезное направление. И вот сейчас мы выдали первые дипломы, 50 дипломов менеджерам многоуровневого краудинвестинга. Там по всем 12 сессиям есть отметки о том, что нужно... Алло, нормально все, да? Меня слышно? Ну, там пишут, Алексей Челябинск, биткоин, финпирамида, там надутая. Ну, так и доллар надутый, тоже финпирамида. Но, тем не менее, как они говорят, ну, доллар же тоже надутый, как финансовая пирамида. Да, 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 надутый. Ну, и биткоин тоже такой же, и он сейчас уже подконтрольный. Так вот, дорогие друзья, если мы хотим вырасти в 100 раз, одна из главных целей была это создание новых кадров, которые будут очень быстро строить структуры, развивать регионы. И самое главное, очень быстро реализовывать свои мечты и цели. Очень быстро. И для этого мы создали Master Profi Offline. И в этом году мы готовы инвестировать в наши кадры. И хотим, чтобы люди, которые посетят тренинг Master Profi, чтобы они не платили деньги на уже проживание и на питание там, где будет проходить Master Profi Offline. Мы создали в личном кабинете, есть в разделе, сейчас я скажу, раздел у нас АИПы, есть Master Profi, сейчас я даже скажу, где он находится. Это вы видите все тренеры, которые были, тренировали тренеров, которые будут преподавать сейчас, да? Это Ольга Шантина, Мила Сердюкова, Арманд Мурник, Счастливый Дмитрий, Жамиля Жусубекова, Максим Исып. А почему я не вижу здесь... фотографии, кто делал тренинг по планированию. А, по планированию? Да. Точно, тренинг по планированию, ребят. Завтра 2 число, кстати... Игорь Паруденко, у него очень интересный завтра тренинг будет, да, 2 февраля. И 9 февраля Алсу и Илеева. Точно, точно, точно. Угу. Это те, кто давал. Вот этот тренинг для консультантов и выше, дорогие друзья. Но если вы будете завтра на тренинге у Игоря Паруденко, вы узнаете очень интересные новости. Итак, посмотрите, тренинг Master Profi Offline находится в разделе АИПы. Есть Master Profi, слева колонка Master Profi, и там есть Master Profi Offline. Стоимость 1300 юнитов, вы можете оплатить сразу, или Master Profi Offline рассрочка, когда вы можете на 260 юнитов ежемесячно. И вы видите, какой бонус, вот если зайдете, какой бонус мы даем. Электронный внутренний сертификат ЭВС на 143 тысячи. И если сразу человек оплачивает, да? И если помесячно по 260 юнитов каждый месяц, это 130 тысяч долей. Электронный внутренний сертификат идет бонусом. И плюс, дорогие друзья, то, что идет бонусом для февральских и мартовских Master Profi, это то, что вы делаете заявочку в том городе, где вы хотели бы быть, и вы платите, приезжаете, то есть, грубо говоря, ноги в руки берете и приезжаете на машине, на поезде, на самолете, ну, посмотрите, да? Оплата проживания и питания, все материалы, которые мы подготовили, а подготовили, сейчас я покажу, какие мы материалы подготовили.
очень интересные материалы. О, можно 8 правил, сейчас на место. Это вот такая обучающая книга. Тренер-мастер-профи, где полностью вся инструкция в работе. И все, кто выйдет в регионе, они получат вот этот обучающий материал. Далее, для работы мы подготовили такой буклет «Бизнес-возможности Skyway». SWIG. Видите, не Skyway, а SWIG. Потому что Skyway Invest Group – это компания, которая работает на рынке просвещения по финансовой и инвестиционной грамотности и дать людям наилучшие предложения, которые бывают в инвестиционном рынке, и дать возможность стать соинвестором Skyway на льготных условиях. Здесь вот полностью вот этот буклет для работы по бизнесу. Полностью. Вот этот буклетик. Здесь 8 правил частного инвестора. Здесь кто мы. Далее, что такое Skyway, почему Skyway пришел. Далее, какие бизнес-возможности, какие есть возможности вообще транспортные и почему Skyway, преимущества технологии, Skyway Invest Group и миссия проекта, и как делать бизнес в проекте, достижения, ну и так далее, и так далее. То есть это очень хороший буклет для того, чтобы делать бизнес. Далее такой буклетик мы сделали, 8 правил частного инвестора, который можно раздавать везде и каждому здесь. Когда люди изучают 8 правил частного инвестора, они сразу же приносят в поддержку компании Skyway $1000 и более, только после изучения 8 правил частного инвестора. Поэтому это может быть хорошим инструментом, когда вы познакомились с человеком в офлайне, отдали ему, скажи, изучи, тут вообще просто так улетная вещь, потом мне скажешь, что ты по этому поводу думаешь. Человек потом приходит в офис, у нас во многих офисах сейчас организована тренинг-игра «Гений финансов». И сейчас фактически мы ставим себе цель, что у нас будет примерно 3000 центров, где будут наши студенты, выпускники мастер-профи и специально кто прошел тренинги по тому, чтобы быть ведущим тренинга мастер-профи офлайн. После игры вообще 100% все, кто прошел игру с нами, это все люди, которые говорят, я хочу поддержать Skyway, я хочу профинансировать Skyway. И вот такой буклет еще сделали для работы «Деньги на жизнь и для мечты». Прочитав такой буклетик, человек читает, говорит, я хочу поиграть в тренинг-игру «Гений финансов». Приходит в офис, уделяет 4-6 часов времени и говорит, все, я хочу, чтобы Skyway был, чтобы он реализовался. Поэтому, дорогие друзья, что хочу сказать, что выбило, да? А, нет. Нет у нас. Вот. Хочу сказать, что те люди, которые сейчас прошли и пройдут тренинги мастер-профи офлайн, это люди, которые реализуют свои мечты и цели уже к лету этого года. То есть не то, что может быть реализуют, но вы сможете жить жизнью своей мечты уже к лету этого года. Это я вам говорю, что вот 100%, если человек использует технологию, которую он и получит в мастер-профи офлайн, он сможет уже начать жить жизнью своей мечты уже к лету. Но максимум может быть к экофесту. Почему мы на этом, ну скажем, наверное, сфокусированы? Вы знаете, в многоуровневом бизнесе есть такая вещь. Если человек зарабатывает большие деньги, значит он приносит компании большие обороты. Если человек зарабатывает $100, значит он обороты компании примерно дает, ну, может быть, от 500 до $1000 или от 300 до $1000. Если он зарабатывает $1000 уже, то значит он приносит оборот компании примерно от 3 до $10000. Если человек зарабатывает уже десятки, там, $10000, значит он приносит компании обороты от 30 до $100000. Если человек зарабатывает $100000 и более, то значит он приносит компании от $1000000 и более. Потому что чем больше заработок в сети, тем меньше процент от общего объема он зарабатывает. Поэтому, если человек зарабатывает $100000, примерно оборот компании, который он дает в месяц, это примерно от 3 до 5 миллионов. Так вот, мы очень хотим, чтобы в этом году у нас более 1000 человек зарабатывали более $100000 в месяц. И мы очень хотим, чтобы в этом году
мы увидели скоростной SkyWay и начали строительство скоростного SkyWay по всему миру. Все люди, которые были сейчас, и мы вручали дипломы, сертификаты на всех языках, которые говорили, с Австралии даже, не с Австралии, с Новой Зеландии, у них есть такой танец хака, они станцевали танец хака, вау, это вообще такая энергия у людей, там просто сумасшедшая. Так вот, все говорили, что до знакомства со SkyWay, ну, моя жизнь была так, нормально, ну, перспектив не видел, знаете, вот, у многих людей есть потребность такая, быть полезным обществу, чем-то, что-то в общество, принести полезность какую-то. И вот, когда они знакомились со SkyWay, первое, что они понимали, что они помогают компании, которая поможет планете и будущему нашей планеты. И понимали следующее, что они в первую очередь помогают своему городу, своей стране, своим, своей, скажем, территории, где живет, вообще всей планете, матушке Земле, да? И все поддерживают, многие поддерживают, не все, но многие поддерживают проект SkyWay. И самый главный момент, и самый в этом плане интересный, что SkyWay действительно объединяет мир. И совсем недавно у нас один из наших партнеров стал, он генерал и возглавляет ассоциацию генерала за мир. Вот мне тут вручили такой значочек. И он сказал, говорит, идеология SkyWay, вот идеология моей ассоциации генералы за мир, она так похожа, потому что, ну, кого не спроси, всем мир нужен. 99% людей на планете нужен мир. Мир только не нужен там, ну, я не знаю кому. Наверное, продает оружие. Да, наверное, тем, кто продает оружие, вот им мир не нужен, им нужна война. Но, к сожалению, таких-то мало всего, да? Поэтому все мы, объединяя мир, уже привносим очень серьезную лепту в создание мира на планете. И вы знаете, у нас один из наших вот в Транснете слоганов таких, да? Транснет, мы объединяем мир. И к чему я говорю? К нам сейчас приходят с разных организаций, блогеры, ассоциации. Это те люди, которые хотят поддержать SkyWay. И не только хотят, там, чтобы это, ну, круто, там, да, это сегодня престижно. Они хотят реально, чтобы это все реализовалось, дорогие друзья. Но чтобы мы с вами это реализовали, нам нужно давать большие объемы компании, чтобы компания не стояла с протянутой рукой у разных людей, которые я называю либо сами финансовые императоры, либо представители финансовых императоров. Потому что сегодня миллиардеры и мультимиллиардеры, они все зависят от финансовых императоров. И поэтому, чтобы компания не ходила и не бегала, и не говорила, что нам деньги нужны для адресных проектов, сегодня нам всем нужно объединяться. Если нас будет в этом году 5 миллионов, которые поддержат, 15 миллионов, которые поддержат SkyWay, дорогие друзья, то если в месяц по $100 каждый даст, это уже будет ни много ни мало 1,5 миллиарда долларов, которые получит компания. Понимаете или нет? Мы можем строить любые адресные проекты, финансировать, не строить, строить будет компания, финансировать адресные проекты. Сегодня мы разговариваем со многими людьми, мы вот веду переговоры, не буду раскрывать пока где, но люди, чиновники, они говорят, вы нам нужны, ребята, вы просто нужны нам, как воздух. Тогда мы говорим, у нас есть маркетинговая программа, где вы, как представитель власти, там, имеете возможность, ну, скажем, быть сопричастным к этому проекту. И это все входит в маркетинговые такие стратегии, где государственным компаниям, которые задействованы, они могут стать соинвесторами адресных проектов на льготных условиях. Мы не будем платить, к примеру, за архитектурные решения, там, за какие-то другие выделения земли, но мы будем давать долями в адресных проектах. Они говорят, вау, это вообще круто, просто круто. И они нормально воспринимают, что это будет по системе уровня краудинвестинга. Говорит, да сегодня краудинвестинг, краудфандинг – это нормальное явление. Кто подписан на мой чат Telegram, у меня там есть мой менеджер Дара, которая скидывает часто информацию. Вы видели, что по краудинвестингу сегодня, по краудфандингу, что только не финансируется. Это сегодня уже нормально. Если это еще 4 года назад было, ну, каким-то там, я не знаю, новшеством, то сегодня фильмы, театры, рестораны,
Открытие бизнеса уже по системе краудфандинга и краудинвестинга полным-полно открывается, ребят. Сегодня мы подошли к тому, что это уже наступила эра крауд-экономики. И цифровая эра монетизации экономики через электронные системы, скажем, дигитальных валют, то есть криптовалют, криптосистем я называю, да? То есть мы стоим на пороге открытия сумасшедшего такого, да? И самое главное, что к нам сейчас приходят такие люди, они приходят на обучение мастер-профи, а потом оказываются они такие инженеры-строители, они во многих направлениях развиты. И те, которые помогут, с удовольствием будут помогать и участвовать, если это нужно, если компания их изберет, в строительстве, потому что они профессионалы высокого уровня. Представляете, что происходит, ребят? Вообще сумасшествие происходит такое в мире, я считаю. И это не потому, что, скажем, люди сдвинулись, потому что это веяние сегодняшнего времени. И те, кто люди пришли 4 года назад, конечно же, имели... Вот 4 года назад Skyway уже был, и поддерживали Skyway. Я тогда еще Skyway не знал, я познакомился 21 февраля со Skyway. Но я помню, 25 января я проводил вебинар на площадке Академии «Новая экономическая эволюция мира», и тогда сказал: ребята, сейчас наступает эра инвестирования в технологии, высокие технологии. И если вы вдруг познакомитесь с какими-то технологиями, нашими разработчиками, сразу же давайте мне ссылку, давайте мне информацию, потому что мы должны помогать и финансировать эти технологии через систему, я тогда назвал, народного инвестирования. Я даже не знал, что есть такой термин краудинвестинг. А потом весной уже мы услышали такой термин и придумали как краудинвестинг. Поэтому, дорогие друзья, сейчас мы стоим на пороге таких серьезных перемен, и тут есть, я хочу вам сказать, вот некоторые два момента. 2018 год, с одной стороны, имея аналитику прошедших десятилетий, вот 2008 год, 98 год, 78 год, были кризисные ситуации в экономике мировой вообще. Ну, вы кто помните, совсем недавно был 2008 год, и такое практически предколлапсовое экономическое состояние после... скажем, просадки недвижимости и так называемого ипотечного кризиса в Америке, который затронул все страны мира. Да? И 2018 год сейчас, прошло 10 лет, и вполне вероятно, и я как человек, который аналитику веду вот этих кризисных ситуаций вообще в мире, веду, что 18 августа может наступить неприятный момент в мире вообще, связанный с финансовыми, скажем, финансово-экономическими коллапсами такими, да? То есть это запланированы такие кризисы, которые финансовые императоры, не знаю, с какой целью они делают, ну, наверное, может быть, с одной стороны, для чистки, потому что иногда люди появляются, которые сделали вроде бы кучу денег, потом кризис, курс падает и так далее, да, и все, и человек остается бедным, нищим, еще и должен. Но, с одной стороны, он пугающий год этот, 2018, да? Но с другой стороны, я, имея опыт на многоуровневом бизнесе, скажу и заявляю вам со 100% ответственностью, что когда кризис в экономике, очень быстро растут сети. Очень быстро растет бизнес многоуровневого бизнеса. А так как мы в краудинвестинге, то если вдруг будут кризисы, а то и коллапс экономический, вдруг у нас сейчас будут готовы наши кадры. Именно поэтому... Мы создавали программу мастер-профи, тренер мастер-профи. Посмотрю сейчас, если тренер мастер-профи не сделали, да? Или сделали, Мила? Ну вот посмотрите, во-первых, лидерами не рождаются, лидерами становятся. За январь у нас 139 консультантов. Я вспоминаю, когда, чтобы вы понимали, у нас с 2014 по 2017 год всего было 115 консультантов. Представляете, да? А за год 2017 мы сделали 1100 консультантов. Ну, то есть у нас родилось 1100 консультантов. А здесь теперь за январь 2018 года только 139 консультантов. Я уверен, что вот то, что мы сделали 1000 за 2017 год, я уверен, что после вот этих мероприятий, которые
У нас будут, сейчас я смотрю, где, «Миллионер за год» вместе со СВИК. Ну здесь вот смотрите, у нас конкурс на юридических, на должность менеджера по сопровождению юридических лиц, нам нужны люди, если есть, то пишите, пожалуйста, да. Вот награждение было, и вот смотрите, «Миллионер за год» вместе со СВИК. Значит, у нас будет в Челябинске, в Барселоне, на Ибице. Это прошли конференции. Сейчас будет 10-11 февраля конференция «Миллионер за год» со СВИК. Затем мастер-профи. А, ну здесь вот списки, да. Так, а где же у нас? Да, вот они. Вы можете перейти на страницы, да, в каких странах будут? В России, в Италии, в Казахстане, в Великобритании, Ирландии, Испании, а вот с Испанией были, Беларусь, Киргизия, Украина, Австралия, Норвегия. Поэтому запишитесь сейчас на мастер-профи онлайн. В вашем городе. И вы сможете стать мастер-профи-тренером, офлайн. Если вы в офлайне, да, в офлайн. Если вы пройдете сейчас мастер-профи офлайн, даже если вы проходили в онлайне, у вас есть возможность, потому что сейчас все люди, которые были на тренер мастер-профи, они все проходили мастер-профи онлайн, все. И говорили все, как в один голос, говорит, онлайн и офлайн это очень сильно отличается. Я, говорит, сейчас такие осознания понял, я понял, что такие вещи появляются, что ну просто с ума сойти. Я сейчас понимаю, как делать бизнес конкретно и сильно делать бизнес. Но самое главное, на 3 дня вы выезжаете. Мы отключаем телефоны на эти 3 дня. Ну, кто хочет, может не отключать, да, но вы отключаетесь от мирской жизни, то это, которую вы ведете, такую суету, да. 3 дня полное погружение, дорогие друзья. Через 3 дня вы будете профессионалом в построении огромнейших структур и огромнейших товарооборотов, в создании огромнейших товарооборотов. И тогда вот эти консультанты, которые у нас сейчас там 139 за январь, я думаю, что начиная с апреля месяца у нас, наверное, будет уже по 1000, а то может быть и больше консультантов ежемесячно. Поэтому, дорогие друзья, приобретая за 1300 сразу или по 260 тысяч на 6, на 5 месяцев, по 260 юнитов, тысяч, на 6 месяцев, это те же 1300 в рассрочку, вы можете записаться и приехать в ближайший город, который недалеко от вас, где люди, которые сейчас прошли обучение, получили сертификат тренера первой ступени. Кстати, мы готовим уже выпуск в этом году, сейчас вот кто проходит, как тренер мастер-профи, прошел, у них будет первая сессия, вторая, третья в этом году. И в этом году они получат диплом магистра по профессии менеджер многоуровневого краудинвестинга. А магистр – это тот, кто подготавливает менеджеров. Это тот, кто тренирует менеджеров, дорогие друзья. Поэтому запишитесь уже сейчас и идите, скажем, быстрее двигаться в этом направлении. И также новый инструмент мастер-профи, гений финансов. Вот так вот он выглядит. Вот такой вот в ближайшее время после 25-го, видите, да, это такой вот чемоданчик. Там игра похожа на кэшфлоу, но гораздо мощнее. Все, кто играл кэшфлоу или какие-либо финансовые игры, сказали, это что-то с чем-то. Поэтому это появляется инструмент, который у нас будет уже в этом месяце. Мы сообщим чуть позже. И возможности будут, как стать, приобрести этот тренинг мастер-профи и стать ведущим, и еще на этом зарабатывать деньги. И еще плюс, скажем, у нас будут открытые такие тренинги везде, где человек может прийти и на открытом, на промо-тренинге побывать и понять и осознать. Вот видите, тут Дмитрий счастливый. У него все, кто проходит этот тренинг в течение 4-6 часов, это все люди, которые потом говорят, я хочу инвестировать в Skyway, я хочу поддержать Skyway. Поэтому, дорогие друзья, инструмент просто сумасшедший, я считаю. Сейчас мы ставим и разрабатываем программу, как мы будем двигаться в этом направлении. И хочу сказать, что все, кто... И одна из главных целей, вот только по России мы хотим 1000 центров сделать, где будут проходить вот такие тренинги
гений финансов. Во-первых, это очень выгодно. Вы сможете, будучи, скажем, ведущим и организатором центра, где будут проходить тренинги мастер-профи, сможете зарабатывать достаточно хорошие деньги, это как франшиза. Ну и самый главный момент, вы сможете создать достаточно хороший пассивный доход от этой технологии. Но об этом мы расскажем чуть позже, когда появится этот продукт у нас в личном кабинете, как один из АИПов он появится. Ну и плюс это будет все делаться в Белоруссии, с Белоруссии будет отправляться по всем странам мира. Вот интересный такой чемоданчик, в нем есть все для того, чтобы повысить финансовую инвестиционную грамотность и получить достаточно хорошие бонусы, дорогие друзья. Поэтому тоже все, кто приезжает на тренинг Master Profi Offline, у нас во второй день запланированы, скажем, эта игра, и у людей проходит очень серьезное сознание. Сейчас наша медийная служба сделает ролик, вы услышите отзывы людей, которые прошли игру, которые прошли Master Profi. Еще одна радостная новость. Мы настолько уже разрослись, что в Москве у нас серьезное начинается движение, и 2 марта у нас открытие нового офиса в СВИК в Москве. Это целых два этажа будет в работе Skyway Invest Group, работ академии и еще нескольких двух компаний, одни из наших компаний, которые будут заниматься популяризацией Skyway и популяризацией многоуровневого краудинвестинга в России. Также у нас есть наработки, очень интересные наработки, нас ждут с правительства Москвы по Skyway, им очень нужен Skyway, мы будем это обсуждать вот как раз тоже 28 февраля, 1 марта. Поэтому, дорогие друзья, 2 марта будет открытие, а 3 марта у нас будет конференция в новом офисе и будет обучение на ведущего тренинга «Гений финансов», Антонина Кияновская будет проводить этот тренинг и подготавливает новые кадры, которые захотят с помощью этого инструмента еще больше расширить свои структуры и еще больше дать финансирование компании Skyway. Ну и хочу сказать, что мы готовимся, дорогие друзья, к Экофесту. У нас есть очень большое желание в этом году увидеть и, может быть, даже прокатиться, если успеет сертификация быть компанией. Ну, по крайней мере, увидеть скоростной Skyway и понимать, что мы с вами сделали сумасшедшие дела, дорогие друзья. Я сегодня только разговаривал с Анатольевичем Юницким, и хочу сказать, что у него очень есть хорошие новости, готовятся эти новости, я думаю, в течение 3 недель вы эти новости услышите. Ну, как хорошие? Хорошие для компании в целом, но я думаю, для тех, кто хотел бы еще расширить свой портфель и все больше, еще больше получить долей, скажем, компании Skyway, вот для этих, может быть, людей и не очень хорошие новости, ну, а может быть и хорошие. Поэтому есть время побольше у вас, дорогие друзья, для того, чтобы еще большим людям помочь и рассказать, что это за возможности, и получить еще больше бонусов, и, может быть, расширить свой портфель, потому что мы тоже ждем этих новостей с нетерпением, тоже не знаем, что произойдет через 3 недели, но ждем этих новостей. Даже завтра, когда мы встретимся с Анатолием Минским, я думаю, вряд ли он эти новости нам расскажет. Но все мы, конечно, желаем быстрейшего финансирования крупными инвесторами. И поэтому, дорогие друзья, дай Бог, чтобы быстрее люди с большими деньгами поняли, осознали, что это то, что поможет не только им увеличить их капитал, но еще поможет в целом планете стать зеленой, прекрасной, такой свежей, и быстрее прийти к реализации проекта вывода вредного производства за орбиту Земли, дорогие друзья. Ну а теперь давайте вопросы и ответы. Может быть, кто-то, Арманд или Дмитрий, хочет сказать что-то? Нет? Марк? Ну я только могу про этот тренинг. Ну давай. Иди сюда. Ну, благодарю. Еще раз добрый вечер всем. Я тут был на вот новом вот этом тренинге для тренеров. И
У меня, скажем, такое было небольшое потрясение в хорошем отношении. Я увидел, что за эти 2 года СВИК реально очень сильно вырос. Вырос как команда, вырос как образовательный проект. Мы уже даем такого уровня тренинги, которые люди сравнивают с тренингами там этого Энтони Робинса там и других тренеров, известных на весь мир. Вот. И сам вот я для себя отмечаю, что насколько емкие, сильные знания уже стали даваться. И поэтому вот это для меня открытие. Я понимаю, что нам сейчас открывается еще новый совершенно уровень возможностей, которые мы будем обязательно завоевывать, все эти вершины новые. Вот, строятся сейчас буквально невероятно огромные планы, пока не озвучивается, но реально будет мега крутой проект SkyWMS Group. И из-за этого у меня очень большая радость, очень большое удовлетворение. Вот я типа, в легком шоке даже немножко нахожусь, потому что я для себя этот уровень новый, который мы достигли, я вот только сейчас его увидел, насколько это огромный уровень. Вот, так что есть с чем идти в мир. Все, благодарю. Я тоже скажу. А я пока пошучу. Человек написал, Елена Варшавская, да? Варшавская. В какое время планируется Экофест Беларуси? Я думаю, что в 12:00, как и в прошлом году. Еще раз приветствую. Я тоже хочу поделиться своим впечатлением. Я был не только в роли тренера, как в списке, я еще сам обучался. И вчера для меня было полной неожиданностью, я тоже получил диплом. Вот. Но я делал честно все домашние задания, не спал практически все 3 ночи. И это на самом деле очень классное состояние, потому что всегда мы находимся в состоянии прогресса, в состоянии обучения, и всегда можно совершенствовать то, чем ты уже владеешь, потому что нужно провести очень много встреч, переговоров, звонков. И когда ты это делаешь, это уже становится легко и обычным для тебя делом. И это как раз очень сильно помогает выявить игра в гении финансов, когда люди принимают решения, и причем они могут думать правильно, а делать совершенно по-другому. И когда человек встречается с какой-то жизненной ситуацией, эта игра, она прям показывает, насколько, как человек реагирует на какие-то катаклизмы, либо новости, показывает важность получения знаний и развития. Потому что если мы не будем развиваться, мы останемся ни с чем. Поэтому дайте себе, может быть, обещание, не знаю, то есть будьте на всех мероприятиях, насколько это возможно. Находите возможности, время, инвестируйте в себя, да, потому что инвестиции в знания – это самые лучшие инвестиции, которые вы можете сделать в своей жизни. Они всегда останутся с вами, они сделают вас профессионалом в абсолютно любом деле. И эти знания, которые люди получают на мастер-профи, они касаются абсолютно всех сфер жизни. То есть и могут помочь увеличить ваше качество и приблизить вас к жизни вашей мечты. Ну, я все. Еще может быть кто-то? Арманд, Мила. Я не здесь. Наверное, не подключена. Угу. Ну хорошо, дорогие друзья, давайте тогда вопросы. Всем привет, как меня видно, слышно? Слышно, не? Ребят, обратную связь дайте по 10-бальной. Отлично. Я надеюсь, что только не Ирина. Друзья, да, вопрос по поводу того, что будет ли подарком там дисконт, который сделали там в Skyway Capital. Я думаю, что на этот вопрос ответит Андрей Федорович. Но давайте сейчас немножко посмотрим на то, что сделали за 1 месяц.
за январь было сделано то, что еще в 2014-2015, да даже еще в 2016 году, в принципе, невозможно было даже мечтать о таком, правильно? То есть к чему я это подвожу? Я подвожу к тому, что сегодня у многих из вас уже есть конкретное понимание, куда эта компания идет, что мы получим как итоговый продукт, как дальше будем мы жить, что мы от этого получим и что мы сможем передать по наследству. Каждый из нас сегодня уже очень четко это понимает. Потому что я думаю, что если Анатолий Эдуардович Уницкий в 2014 году, написав бизнес-план, основанный на 15 этапах, сегодня идет в ногу с этим бизнес-планом, да, я имею в виду строительским процессом, то не составляет очень большого ума, да, догадаться о том, что через 3, 6, 9, а может быть 12 месяцев, да, в конце этого года, действительно, мы увидим уже скоростные системы, которые будут уже соединять города. Так вот, для этого очень такие, скажем так, стратегические шаги сегодня проделали, как уже все предыдущие спикеры говорили, проделали именно мы здесь, в Беларуси, когда передавали свои знания этим людям, которые приехали, то есть они уже проходили мастер-профи онлайн, они просто приехали для того, чтобы еще раз увидеть, как мы это делаем, и для того, чтобы это уже сделать самим, то есть чтобы сами сделали первый шаг на путь к тренерству. И знаете, что я увидел? Я увидел то, что несмотря на то, что у нас не только русскоговорящие партнеры были, там были люди, как уже Андрей Федорович перечислил, со всего мира. И эти люди, они находили взаимопонимание с каждым, даже если не говорили на их языке. Так вот, я увидел просто одну такую вещь. Представьте, что в скором времени Skyway дороги, они окутывают всю планету. И здесь уже, как сегодня у многих из нас, да, есть вот этот языковой барьер, когда мы будем все в одной логике, этого барьера, его не будет. Ну, по крайней мере, мы найдем способ, как поговорить, как договориться и как понять друг друга. Это первый момент. Что еще? За 3 дня люди действительно, вот наши студенты, я бывал на различных тренингах, и я вам могу сказать, что действительно то, что сказал Максим о том, что были партнеры, которые говорили и делились своим впечатлением, они говорили, что я тоже ездил на различные тренинги, но тренинг мастер-профи, это уже получается настолько, скажем так, большой складец знаний, да, что он уже сегодня может спокойно конкурировать с теми, тренерами, восточными, да, тренерами, которые приезжают сегодня. И они это говорят, потому что они получают какую-то ценность. И здесь эти партнеры, они выражали благодарность тем людям, которые не постеснялись свое время передать эту информацию одному человеку, тот второму, тот третьему и так далее. И сегодня один человек, который просто рассказал, поделился этой информацией, сказал, просто обрати внимание, посмотри, что это такое. Как Петр говорил, зайди в интернет, напиши, что такое Skyway, что такое SWIG, какая философия. То достигает эта информация по этой цепочке, достигает континенты вообще тех стран, где, то есть другие континенты и те страны, где ты даже никогда и не был. У нас приехал партнер, который русскоговорящий, он говорит, у меня сеть уже развивается, я не знаю в какой стране. Понимаете? И я к чему это все подвожу? Мы действительно прошли этот рубеж 3 года. Сегодня очень много компаний, которые
ну, имеют проблемы на рынке, лидеры, которые там находятся, они понимают, что не они виноваты. Они понимают, что просто так сложилось, что, ну, поверили тому человеку, который, ну, не совсем понимает, как дойти до финиша, да. Я сейчас говорю о таких компаниях, да, как, наверное, вы слышали, такие, как там что-то с временем связано было, да, и Байтайм, по-моему, они назывались. И все, нету, ну там же люди были, которые думали, что вот пришла конкретно суперкомпания, в которой нам дают возможность заработать, мы сможем здесь там воплотить наши мечты в реальность. И что произошло? Опять очередной скам. Так может быть, хватит уже бегать по этим компаниям, ждать, когда манна небесная на голову свалится, и просто взять и самим достичь этого успеха, которого вы все так желаете. А все, что нужно сделать, да поделитесь, дайте это людям, покажите, что да мне-то все равно, возьмите и посмотрите, это реально работает. И если это работает, то это будет приносить пользу. Если это приносит пользу, это будет приносить деньги. А если это будет приносить деньги, соответственно, компания будет получать доход. А если есть доход, то мы все, как совладельцы, будем получать от этого прибыль. И мое очень большое желание для того, чтобы действительно как можно больше людей сегодня получили эту возможность. Не потому, что вы от этого заработаете. Вы по-любому заработаете. Но это нужно людям, это нужно тем людям, которые сегодня не знают, как купить себе там, питание, да, и пропитание там, своей семьи. Вот кому это надо. У вас уже, у многих из вас уже все хорошо. Вы можете в принципе ничего не делать. Вы сегодня уже себе создали такой портфель, что спокойно сможете жить, ну, как минимум, то, что вам необходимо. Там, на месяц вам этого будет достаточно. Но подумайте о тех, которым вы можете это дать. Подумайте о тех людях так, как вы бы думали о самих себе. Понимаете? Мы – это движущая сила, которая за 4 года, ну, не, даже сейчас 4-й начинается, за 3 года мы реально сделали то, что нам говорили невозможно. Более того, я могу поделиться тоже секретом, как Андрей Федорович уже это сделал, поделиться секретом, ну, разглашать, конечно, места и что и как я не могу, но могу поделиться секретом, что у меня состоялась встреча с одним из очень больших людей в России. И, ну, понятное дело, наверное, странно звучит, да, как у Арманда, который из Латвии живет, как бы, компания в Англии, да, может состояться встреча в России. Так я просто разговариваю со всеми. И вот знаете, что было уникально? Вот вы даже не сможете представить то место, где я с этим человеком познакомился. Вот у вас даже в мыслях этого не будет. Но после там, того, как мы познакомились, он ничего не сказал. Я ему просто рассказал про Skyway, он ничего не сказал. Но он потом подошел ко мне и говорит: слушай, так и так, я приглашаю тебя в этот самый, как это правильно сказать, ну, в общем, к себе в офис, нужно поговорить. А этот человек, он очень большой чиновник, который может повлиять на строительство этих дорог на территории России. И понимаете, что на сегодняшний день это уже согласовано с Анатолием Юницким. Это уже находится у него в разработке. Что с договорами, Павел, крупных инвесторов? Ну вот хороший вопрос, я думаю. Опять же, если прослушать то, что Андрей Федорович говорил на своих вебинарах еще, ну там, не так давно, наверное, полгода, год назад, то вы увидите очень интересно, ну, знаете, как Оля сегодня сказала, скоро Андрей Федорович вас будет сравнивать с Вангой, да? Почему? Потому что он сказал, что большие деньги, они не приходят по определенным причинам. И сегодня вот эти контракты, которые заключены, сегодня им нужно доказать, что все эти деньги, которые они получили,
что они все легальны, что за них все уплачены налоги. А представьте, когда у вас компания, вот ну, бизнесмены, да, которые есть, они, наверное, больше поймут, когда у вас компания, извините меня, там 10-20 лет работает, она зарабатывает, у нее есть доход, то потом тебе нужно сделать отчет, тебе нужно доказать, то есть поднять всю бухгалтерию, там она, по-моему, 20 лет, если я не ошибаюсь, Дмитрий Счастливый может поправить, ну там 10 или 20 лет у тебя должно храниться все бумаги, то есть они должны поднять всю эту бухгалтерию и доказать, то есть прийти с этими бумажками, отчетами и так далее, доказать, что это деньги реально ихние, что за них уплачены налоги. И только после этого они получат возможность как бы перейти уже к процессу пересыла этих денег. Вот это то, что сейчас творится. И если вы посмотрите, ну давайте даже далеко брать не будем, полугодовые вебинары, где у нас есть на сайте, и вы увидите, что Андрей Федорович именно тогда об этом говорил. Он говорил о том, что поймите, что крупные капиталы, мы сегодня там не можем переслать как бы... небольшие деньги, да, ну вы сами знаете, которые пересылают с различных стран. А тут представьте, большие крупные капиталы, они просто не могут пройти вот эту вот проверку. И здесь задаем вопрос, кто виноват? А кто виноват? Поэтому если мы сегодня с вами расслабимся и будем думать о том, что у нас сегодня все хорошо, мы уже собрали там, для себя достаточно долей, ждем выход там, компании на IPO, пускай это даже не случится в этом году, пускай это будет 2-3 года, неважно, но у нас есть право претендовать на то, что компания будет давать, понимаете? То есть сегодня наши доли, наши вот эти взаимоотношения, это просто право претендовать на то, что компания в дальнейшем будет делать. И вот здесь, если мы посмотрим глобально, то никто, кроме нас, друзья, никто вообще не хочет, наверное, чтобы этот SkyWay поехал. Ну никто. И я теперь понимаю Анатолия Эдуардовича Юницкого, который 40 лет не мог это поднять просто на тот уровень, который сегодня есть. Потому что сегодня только мы с вами, это те люди, которые финансируют и поддерживают Анатолия Эдуардовича Юницкого с его идеей. Поэтому я призываю каждого из вас становиться немножко умнее каждый день, изучать все вот эти... Как помните, я говорил, да, что нужно все, что в инновационном мире происходит, нужно изучать, потому что это тот рынок, где мы работаем. Финансовый мир, да, туда входят и инвестиции, и ну, все, что связано с финансами, там доллар, евро, курсы и все остальное. И третье, это именно изучать политические моменты, потому что без знания вот этих трех областей ну, ничего не будет. То есть вы не сможете даже поддержать разговор, а просто идти и сразу же рассказывать о том, что вот смотрите, у нас там крутой проект, да если вы человека не зацепили, то ничего не будет. Я думаю, что по поводу дисконта, еще раз, друзья, там, который сейчас обсуждается, Андрей Федорович, как руководитель фонда SkyWay Invest Group, он вам ответит. Что касается по информации, то есть по... Ну, я знаю, что вы все следите за Виктором Бабуриным, да, понятно, что он в Индонезии, то есть были они в Дубае, то есть какие-то, опять же, домыслы, да, что там произошло. Давайте мы не будем догадываться, давайте мы будем уже говорить по факту. Как только этот факт у нас есть, то мы можем уже об этом говорить, иначе получается, что как бы бежим вперед паровозом. Но для всех вас однозначно хочу порекомендовать это попробовать, у вас сейчас это будет в регионах, попробуйте назначить время, поиграйте в игру «Гений финансов», вы увидите, как вообще эта игра зеркалит вашу реальность. Мы, когда играли в «Гений финансов», знаете, очень интересный такой момент был, когда человек
Он, ну, у него есть деньги на то, чтобы купить то, что он хочет. У него есть возможность, его время пришло, но он не может просто сформулировать предложение. Понимаете? Он просто, он как бы не может конкретно выстроить предложение для того, чтобы получить то, что он хочет. И это реально отражалось и в его жизни, что иногда, когда у него есть какая-то информация, когда он понимает, что это ценность, и он приходит, он просто не может сформулировать это предложение. Поэтому гений финансов – это действительно уникальная игра, которую создала Академия частного инвестора. Антонина Киановская, вообще большая благодарность. Она, там, не знаю, сколько месяцев она сидела и колдовала над ней. Да? Игорь Романенко, как финансовый директор и эксперт вообще по портфельному инвестированию. То есть он очень много туда тоже времени вложил. И я вам могу сказать, что это действительно того стоит, чтобы хотя бы попробовать. Попробуйте себя, увидите свои какие-то, скажем так, нюансы, какие-то свои минусы, которые, ну, было бы хорошо немножко подтянуть для того, чтобы в вашей жизни все случилось. И до следующего раза, этот месяц мы планируем, кстати, вот видели, да, там Ибица и Испания, это были первые конференции, у нас испанские партнеры уже начинают, то есть они прошли и обучение, и получили возможность как бы и мастер-профи тренинги там проводить. Соответственно, у нас сегодня очень активно начинает развиваться Испания. Испанцы влюбились в Анатолия Эдуардовича Юницкого, влюбились в нашу идеологию, и сегодня они просто говорят то, что если у вас есть партнеры, то вы можете обратиться через службу поддержки, либо через сайт, найти, кто является представителем в Испании. У нас это Галина Жукова, она сегодня именно курирует всю Испанию. Если у вас есть партнеры, друзья, родственники, знакомые, передавайте, и с ними будут работать, проводить игры, встречи и все-все-все, для того, чтобы ваши партнеры осознали вообще, что им попало в руки. Спасибо большое всем за то, что вы здесь, за то, что вы пришли на итоговый вебинар. Встретимся через месяц, а может быть и раньше. Потому что кто знает, что может произойти и как. Ну давайте я раз, два, три. Нормально мне слышно? Ну, давайте отвечать на вопросы, да? Так, а что договор с крупным инвестором? Ну, Надежда спрашивает у Армада. Ну, вот это вам и ответ, что контракт, который был подписан на $400 миллиардов, у этих инвесторов, которые хотели перевести деньги, сейчас идет тотальная проверка их заработков. Это Армад говорит о том, что я еще год назад и полгода назад говорил о том, что финансовый сектор настолько оборзел, даже не финансовый сектор, не банки. Банки, знаете, такие бедные, несчастные сегодня банки, потому что есть такая организация «Финмониторинг». Это, я называю их финансовая инквизиция, вот как в средневековье инквизиция была у католиков. Вот точно так же это финансовая инквизиция, которая полностью сейчас что хочет, то и делает. И пока они, скажем, что хотят, то и делают с компаниями и с индивидуальными предпринимателями, самозанятыми лицами, да? А я думаю, что еще годик-два, и они начнут все, что захотят, что и делать с физическими лицами. Вот захотят, счет вам отключат, захотят там еще что-то сделать. Поэтому вот криптосистемы, они, конечно, сегодня поднимаются, чтобы такая вот альтернатива существующей финансовой системе, потому что финансовая система в лице финансовых императоров, ну, просто оборзели, можно так сказать. И вот то, что Армад и говорил, что компании, как сказал, заключен договор был на 400 миллиардов, идут просто тотальные проверки. Просто. Они не могут никуда переслать деньги. Они заявились, и сегодня вот такие вот проблемы. И также были еще несколько договоров подписано с Канады, с Италией. Деньги тоже не пошли. Ну, что там говорить, если у нас есть компании наши,
в Европе, в некоторых других странах мы не можем переслать. И как нам вчера сказали, что наша компания, одна из наших компаний, в черном списке Центрального банка той страны, из которой мы хотели переслать деньги в Минск. Хотя мы ведем исключительно легальную, 100% законную деятельность, дорогие друзья. Ну вот вам результат. Поэтому мы должны с вами быстрее обучаться финансовой и инвестиционной грамотности, потому что то, что сегодня существует в банковском секторе, в финансовом секторе, это неправильно. По-другому все должно быть. А для этого, для того, чтобы понимать, не просто, знаете, вот тупо там у меня миллион акций, жду, когда будет по доллару, я буду миллионером. Да не будет этот человек никогда миллионером. Знаете почему? Потому что миллионер — это состояние, внутреннее состояние духа. Это не количество денег. Я за свою жизнь 4 раза опускался, из которых 5 раз опускался, из которых 2 раза был банкротом. Я видел миллионеров, которые имели деньги гораздо больше, чем у меня. Но это были не миллионеры духом, это были миллионеры по деньгам. И как только деньги они потеряли, знаете, на таких людей без слез не взглянешь. Поэтому в первую очередь, дорогие друзья, чтобы мы хотели, чтобы вы образовывались и понимали, что миллион денег — это хорошо, но главное не только получить их, а еще сохранять и приумножать эти деньги нужно. Поэтому обучайтесь в Skyway Invest Group, проходите вот эти тренинги мастер-профи и будете профессионалами как в бизнесе, многоуровневом бизнесе, так и профессионалами в краудинвестинге. Так, ребята, я 2 года был вне Москвы. Я акционер 14-го, посмотрел план развития, написано было 15 этапов в 17 году, а сегодня всего 10. Это что за бухгалтерия, господа тренера? Или вы от этого плана отказались? Ну, Сергей, отвечаю для вас, исключительно для вас. Посмотрите, во-первых, бизнес-план, который есть, не тот, который в 17 году, в 14 году был, а который в 18 году, да, который сейчас есть. Да. Во-первых, он в долларах написан, это раз. Во-вторых, мы идем по плану, скажем так, да. И если тот бизнес-план был в 17 году, мы должны были в мае месяце представить скоростной Skyway, то почему был переписан бизнес-план? Потому что год был потерян из-за Литвы. Фактически год мы начали строиться не в октябре 2014 года, как по плану, а в октябре 2015 года. И поэтому, если отминусовать этот год, то мы идем в соответствии плана. Да, немножко, может быть, отстаем, но Сергей, который был в 2014 году акционер, где же ты, бля, было все это время, хочется сказать? Или ты пришел нахер доллар за доллар акции продать? Что ты пишешь хрень эту? Если бы ты поработал бы, посетил мои вебинары еще в 2014 году, сегодня был бы топ-менеджером или лидер-менеджером, зарабатывал бы десятки тысяч долларов, а объем бы для компании сделал в 50 миллионов долларов. И тогда бы компания в свои, сроки уложилась. Устраивает ответ такой? Потому что мы идем в соответствии с планами. И когда мне задают такие вопросы, я хочу еще проверить, на какую сумму ты инвестировал. На 10 долларов или на 100 долларов? Поэтому, господа, то, что делает сегодня компания, она делает гораздо больше, чем если бы вы заплатили эти деньги куда-то в другое место. За эти 4 года я посмотрел около 300 компаний, которые в 2014 году открывались и рассказывали своим инвесторам, что они будут крутыми, нет этих компаний вообще. Их просто нету. А мы есть, мы построились. Да, нет скоростной системы, но она по плану на 18 году. Почитайте. Новый бизнес-план. Мы сделали больше. Мы сделали очень много. Андрей Дальч сократил с 300 миллионов до 200 миллионов, что на экотехнопарк нужно. А сегодня в некоторых вопросах, да, он еще сокращает, экономит, но при этом качество не падает. Купили производство, которое не планировали. Создан Unibike, которого нету, линии Unibike, да, Unibike, которого не было в бизнес-плане прописано.
А это ни много ни мало, если по техдокументации, я думаю, там миллионов на 10 потянет так техдокументацию, чтобы сделать эту техдокументацию полностью внедрение Юнибайка. Как минимум. Поэтому сделано огромное количество работы, и за это нужно уважать человека, который это делает. И днями и ночами он сегодня все делает для того, чтобы успеть все в сроки. Только недавно приехал с Арабских Эмиратов. Участвовали на выставках. И иногда мне, я иногда говорю, Анатолий Анатольевич, может, не надо так ездить, все-таки ж вам как бы не 15 лет и не 18. Может, надо бы отдохнуть, а пускай к вам ездить сюда, в Беларусь уже, хватит ездить. Потому что давайте мы там будем разговаривать и говорить, давайте, хотите с Виницким встретиться, давайте, поехали, мы вас отвезем. А если вы говорите, что у вас много денег, так на своем личном самолете можете взять и приехать к Виницкому. Вот лично я работаю следующее. Если мне говорят, что я хочу встретиться с Виницким, и мне рассказывают, какие они крутые, показывают бумажки свои, что у них там по 300 миллионов евро, бумажку такую вот показывали. Мне Арман такую бумажку показывал на 10 триллионов долларов. Я говорю, ну что вы мне тут показываете на 300 миллионов долларов у вас? Я видел бумажку на 10 триллионов, один в один, как вроде бы с одного принтера напечатано. Вы сколько денег в корневую технологию положили? Нисколько. Ну, у меня адресный проект. Ну, давайте вот положите хотя бы, вот крутой тут у вас сколько? 300 миллионов? Ну, 0,5% хотя бы положите. Это сколько? Ни много, ни мало, да? А всего лишь 1,5 миллиона долларов. Ну, так же. Ну, если вы крутой такой, возьмите, положите. Все эти крутые куда-то уходят, убегают. И сегодня единственный, кто поддерживает компанию, сегодня у нас больше 1 миллиона человек. У нас только в фонде больше 500 человек. 500 тысяч человек. Которые поддерживают проект, дорогие друзья. А из этих 500 зарегистрированных, которые поддерживают, всего-навсего 75 тысяч инвесторов. Всего-навсего. То есть 15%. Ну, конверсия неплохая. То есть из всего числа зарегистрированных. Поэтому, господа, в бухгалтерии у нас все нормально. Поэтому нужно не раз в 4 года заходить, в 3,5. А захотите хотя бы раз в год, поедьте на экофестиваль, поднимите свою, как говорится, задницу, возьмите ноги в руки и поедьте на фестиваль. И посмотрите, какие, что сделано вообще за ваши 10 копеек, которые вы дали. Ну, может быть, 1000 копеек вы дали. Поэтому такие вещи, когда пишут, да, хочется, как говорят, мозг расчесать. Может, если я немножко возбуждился, ну простите, те, кто не ожидал. Вот интересный вопрос. У меня два пакета с дисконтом 1600. Партнер предлагает презент, если я ему отдам один из дисконтов, это возможно? Ну, во-первых, в Свиге нет дисконта 1600, скажу вам сразу. В Skyway Invest Group у нас нету дисконта 1600. Вот если где он там есть, вот туда идите. Поэтому по этому вопросу я вообще, ну как бы, не могу ответить. Но то, что вы говорите, я отдам один дисконт другу за презент, предлагает презент, если я ему отдам один из дисконтов. Ну как вы себе это представляете? Если даже у вас был один дисконт, дисконт 1600, а он был у нас в декабре 2015 года, то это ваш аккаунт. Как вы его можете отдать вообще? Поэтому еще раз говорю, у нас в Skyway Invest Group дисконта 1600 нету. Вот идите туда и спрашивайте, где он есть. А, то есть гениально я ответил, да? Вы что, любите, когда я в это, возбужденном состоянии? Не, я бы вам не рекомендовал меня видеть в разъяренном состоянии. Это бывает очень редко, но, как это сказать, но это только могут меня увидеть ближайшее окружение иногда. Так, вопросов нету, да? А, то есть мы на ринге, да, вы меня хвалите, что я на ринге тут хук справа дал, да?
Так, ну что, не вижу, да? Сергей Дудкин, когда доли, купленные по Евразии, будут конвертированы? Ну, Дима, есть ответ у тебя? А, к Максиму, да? Когда, Максим? Ну, мы ждем от программиста. Разобито, да? Да, окончательного ответа. Мы-то готовы уже. Ну, там уже все готово. От программистов там есть некоторые нюансы с программистами, и в ближайшее время будут сконвертированы, ребят. Ну, я не знаю, сколько вот. Программисты сейчас делают более важную работу. Кстати, у нас будет сейчас очень интересный момент, кажется, внедрен или сейчас внедрится, он сейчас на тесте. Когда, если вы работаете в интернет-предпринимателе, вы привлекаете огромное количество регистраций, к примеру, да, то наш колл-центр может взять в опеку. И тогда, грубо говоря, вы только, ну, вы блогер, или вы блогера привлекли, вот как пример приведу, да, сейчас к нам приходят, вот я в Крыму живу сейчас, в Севастополе, там офис очень интересно работает, и там блогер парень пришел, он защищен, во-первых, он многоуровневый бизнес ему нравится, а еще и СКВ ему нравится, и он записывает много видео, может быть, кто-то видел у меня видео с ним, да, у него там и подписчиков много, ну, и другие блогеры, поэтому есть люди, которые пачками могут регистрировать у нас людей. Точно так, я не блогер, но у меня есть менеджер Дара, который помогает мне. И мы тоже выходим на огромное количество подписчиков в разных соцсетях, в разных направлениях. И я сейчас своих, вот кто у меня регистрируется, я хочу поставить галочку, и 50% от моего дохода по этим людям, которые поставил галочку, будут заниматься колл-центр. Чтобы вы понимали, все работники колл-центра, еще не все, но некоторые уже прошли мастер-профи, некоторые проходят. То есть они заточены на то, чтобы помогать строить сеть через звонок. Ну, к примеру, если вы пачками привлекаете людей, они регистрируются, потом говорите, я отдаю это колл-центру, и колл-центр работает с этими людьми и строит вам сеть. И за это вы оплачиваете 50% от своего дохода. То есть они вам берут клиента, сначала он, может быть, стал клиентом, заплатил денег, потом помогают ему строить сеть, и вот за это все 50% я отдаю. Я считаю, это очень хороший момент, потому что когда я познакомился с Анатолием Дальшим Минским почти 4 года назад, у меня пришло в первый уровень огромное количество людей, огромнейшее там, огромный, у меня в первый уровень, представьте, у меня 68 тысяч подписчиков было, и все пришли ко мне в первый уровень, ну не все, там переходов было где-то около 10 тысяч, зарегистрировалось где-то около 1500 или 2000 человек, да, то есть получается, что, скажем так, эти все люди были, ну, не успеваешь им помогать. И вот колл-центру, когда сейчас так передают, вот эти колл-центры будут работать. Это очень хорошая программа, я считаю. И она либо работает, либо в ближайшее время будет работать. Татьяна Ушакова из Старого Скола. Пожалуйста, отзовитесь по телефону 8-919-200. У меня нет такого телефона. Это, скорее всего, у меня мегафон был. У меня же этого телефона нету. Пишите мне в Телеграм. Когда уже можно будет стать пайщиком в Евразии? Членов в Евразии нету. Члены все в Евросоюзе. У нас есть пайщики. Извините, кто с Евросоюза, шутка. Наверное, не к месту была. Колл-центр, где галочку ставить? Ну, вы спросите у службы поддержки. Если эта функция работает, то, наверное... Так, какие вакансии? Вакансии, да, есть вакансия, если вы видели, это по работе с юрлицами, вот она. Юрист, желательно. Желательно юрист, потому что работа с юрлицами не только менеджеров 26, лидер менеджеров 2, вы смотрите. У нас вообще план, чтобы у нас в месяц было новых от 10 до 50 лидер менеджеров. Значит, это получается... От 40 будет до 200 менеджеров и от 200 почти до 500 консультантов. Здорово будет, когда месяц так будет. Ну, что ж ты говорил, что это вообще?
Я не буду. По поводу 1600, еще раз хочу сказать. У нас нету в Skyway Invest Group дисконта 1600. Еще вопрос, когда в Одессе установят 1 к 10. Ну, сейчас модель уже вроде бы получена, растамаживается. И как растаможат, сразу же будет устанавливаться модель не только в Одессе, а по всей Украине будет ездить эта модель. Когда планируется переход на 11 этап? Ну, вот завтра буду встречаться с Анатолием Тамовичем Ницким и задам этот вопрос. И на следующем вебинаре я отвечу. На следующем открытый вебинар, который у нас... Итоговый вебинар. В Санкт-Петербурге какие-то вакансии будут появляться? Ну, в Санкт-Петербурге пока не планируется. Не знаю, у нас пока там нет достойных лидеров. Как только у нас там появятся лидеры, мы, значит, откроем офис и появятся вакансии. Он пишет уже, да, модель уже в офисе Одессы, так что уже растаможена и скоро появится. Строится ли уже путевая структура для юнилета? Идет ли сертификация юнитрака? Отличные вопросы, завтра как раз все узнаю. Я думал, что мы сегодня с Анатолием Ницким встретимся, но у него много дел, поэтому сможем встретиться только завтра. Когда офис откроется в Харькове? Когда Харьков сделает объем больше 50 тысяч долларов, юнитов. Вообще мы офисы открываем тогда, когда в городе есть объем. Если нету в городе объема, что там открывать офис? Андрей, будут ли новые печатные материалы для всех? Да, конечно, будут. Их можно будет приобретать и работать. И на мастер-профи, вот сейчас, который будет проходить, мы будем показывать, как с ними работать. Но я хочу сказать следующее, ребят. Чтобы, вот как я работал раньше, я предлагаю сейчас работать, да? Я встретился с человеком, и мы с ним быстренько переговорили. Ну, некогда ему, да? 5 слов, 5 минут. Я ему даю вот эту книжечку «Деньги на жизнь и для мечты». Здесь описывается о том, что такое деньги. Вот они, видите, да? Какие финансовые потоки? Дальше. Что такое 5 заповедей частного инвестора? Возможности свига в многоуровневом краудинвестинге. И предлагаем пройти тренинг гений финансов. Потом с кем-то встречаемся, даем книжечку. Вот если ему не интересно, допустим, бизнес, но не интересно инвестирование. Даем вот такую книжечку «8 правил частного инвестора». Она такая вот, в кармашек можно положить. Как кто-то мне сказал, как у товарища с еврейской национальности, у них Библия такая еврейская, есть, говорит, примерно размера такого, всегда, говорит, ну не Библия, а какие-то там пожелания. Да, вот примерно такая вот, да, где здесь вот описывается 8 правил частного инвестора. И тоже пожелания, узнайте больше, там вы можете оставить свой QR-код, подписаться на 8 правил частного инвестора в личном кабинете и написать свой телефон. Когда вы переговорили с человеком, прошло полноценное рандеву, сделано специальный вот этот буклет для того, чтобы первое, проводить рандеву, то есть вы прямо открываете и по нему проводите рандеву, да? Что такое Skyway, что такое 8 правил частного инвестора, что такое Skyway Invest Group, каким образом происходит вообще в мире, что такое рынок краудфандинга, что такое экотехнопарк, вот достижения, выставки, экофест, ну и так далее. Да? Компании многоуровневого краудинвестинга, что такое краудинвестинг, что такое инвестиционное направление, венчурное направление, маркетинг-план, возможности заработка. Все-все-все. Тут мы даже есть отзывы людей, которые... Многоуровневый краудинвестинг и отзывы людей, которые прошли мастер-профи. Здесь продается мастер-профи. И в конце здесь описывается о новой экономической эволюции мира. И что Skyway это один из реальных вариантов внедрения новой экономической эволюции мира, где Skyway спасет планету. И там все это описывается. То есть человек, когда изучит вот этот буклет после рандеву, когда вы проведете рандеву, я хочу вам сказать, что из 100 человек, которые вы проведете рандеву, вот как я раньше делал, я отпечатал такие буклеты и покупал вот таких вот 100 буклетов.
Моя задача была в месяц провести 100 рандеву и раздать 100 буклетов. Я, конечно же, говорил, что ты мне должен вернуть через 2-3 дня, когда тебе удобно, ну и так далее. Но это мы всему обучаем вот на мастер-профи. Поэтому, дорогие друзья, в мастер-профи в ближайших городах будет. Я рекомендую вам записаться и пройти эти, скажем, тренинги для того, чтобы повысить свой уровень знаний и практики, чтобы быстрее реализовать ваши мечты в этом году. Так, ну что здесь еще? Как будет приобрести буклет? Это в регионах, в которых вы находитесь. По Москве звоните, по России в Москве будете звонить, и мы там будем говорить. Петр, Москва. Я имею в виду, ну, говорит от меня, что он имеет в виду, что рассрочек 600 нет, а те, кто их имеет, продолжают платить. Не знаю, у нас давным-давно отключена функция 1.600, это было для тех подарок в свое время, в 2015 году, Антон Чуницкий сделал подарок для тех партнеров, поддержали, была очень такая сложная ситуация, началось строительство, и компании нужно было знать, сколько в месяц будет приходить денег. И вот была промоушен 3 недели, и люди, которые взяли 1.600, потом через какое-то время компания еще дала им возможность еще раз приобрести там 1.600. После этого мы отключили, у нас в кабинете SkyWay Invest Group нету такой функции. Вообще нету. Екатерина Теренина, а Андрей, офис 50 тысяч долларов в месяц объем нужен? Да, 50 тысяч долларов в месяц сделать, особенно по Харькову. Если там небольшие города, да, там может быть и меньше. Но для Харькова 50 тысяч в месяц это, ну, ничто вообще. По расследованию ЧП ничего не слышно. Интересует заключение, когда сможем прочитать. А что это за расследование ЧП? А, по расследованию понял, ЧП в экотехнопарке. Ну вот завтра мы тоже будем встречаться, выясним эти вопросы, что там такое. Но когда я последний раз созванивался с Надеждой Геннадьевной Косаревой, мы спрашивали, как, что, говорит, ну там все разобрались, все нормально, все хорошо. То есть Юнибус, вы знаете, да, практически уже восстановлен. Но завтра узнаем, какая ситуация. Какая ситуация по адресному проекту в Дубае? Не знаю. Я же вам говорю, дождитесь новостей от Анатолия Шуиницкого. Я думаю, что в течение там 3 недель, месяца будут какие-то новости. Хотя они могут не решить сейчас. Планируются ли в Красноярске какие-то встречи или семинары? Ну не знаю, если в Красноярске у нас развивается структура и там есть лидер, то, наверное, будут планироваться. В Латвии можно будет приобрести буклеты, да, в Латвии можно будет заказать с Белоруссии. В Минске, да, есть буклеты, сейчас мы немножко подкорректируем их, и они напечатаются. Мастер-профи будет в Уфе в 2018. Здесь посмотрите расписание там, где будут. Вот сейчас одна из главных задач там, где будут, потому что если следующие будут где-то в Уфе или в других городах, то там уже не будем мы оплачивать. Сейчас мы вот посмотрим на результат. Мы оплатим полностью проживание и питание. Вы приобретаете мастер-профи, мы оплачиваем проживание и питание, а дорогу вы сами доезжаете. И мы хотим посмотреть результат. Если это резонно, вот февраль-март месяц, тогда, может быть, продолжим. Если не резонно, тогда те, кто на мастер-профи, у нас же, вы знаете, условия, что если человек не прошел мастер-профи, он не может быть нашим представителем. Точно такая же ситуация, если человек захочет быть преподавателем гения финансов, он тоже должен пройти мастер-профи. Когда я прилечу в Лондон? Я планирую на 9-10 число, если не ошибаюсь. Или 8-9. А в Лондон, кстати, повезли образцы на английском языке. А, на английском только повезли.
Будут ли в СВИДе свои коины? Пока мы не планируем. Мы пока изучаем все эти вопросы, потому что сегодня, знаете, вот, скажем так, вот даже блокчейн, система блокчейн, которая есть, да, она уже устарела. Вот та система, которая есть у биткоинов, она уже все, она, ну, и вы, наверное, читаете в интернете. Поэтому блокчейн, знаете, я иногда задумываюсь, когда появились ноутбуки, компании, которые производят карты для компьютеров, и компьютеры как таковые, да, они вообще, ну, начали уходить из этого, из обихода. И вот у меня иногда такое подозрение складывается, потому что сейчас для поддержки вот этого майнинги, фермы, нужно купить кучу компьютеров, видеокарты сейчас в цене в такой сумасшедшей, что просто с ума сойти. То есть, да, и вот ты думаешь, может быть, это так специально было сделано, чтобы поднять экономику и чтобы компьютеры еще какое-то время побыли, не ушли с рынка, да, потому что куда ни посмотришь, у всех ноутбуки фактически, да. И видеокарты эти нужны. Но я хочу сказать, что блокчейн сегодня уже, ну, фактически, вот если говорить о децентрализации, есть более эффективные моменты в децентрализации, которые не требуют столько ресурсов, которые требуют майнинговые фермы. Понимаете? Поэтому коинты, ну, знаете, вот у нас есть юнит. Будет ли он крипто-юнит или там юникоин, там, я не знаю. Знаю. Пока, вот я хочу сказать, вот то, что делают иногда вот эти коинты, и когда заходишь на ICO, которые производят компании, делают, да, я говорю, вот у нас личный кабинет, мы не говорим, что это ICO, но фактически то, что вы называете ICO, вот происходит у нас в личном кабинете. Мы не говорим, что это блокчейн, но то, что происходит у нас в личном кабинете, это фактически прототип блокчейна, потому что, чтобы вы понимали, у нас наши данные сегодня уже сосредоточены в нескольких, как сказать, ресурсах хранения, где нам вот фактически блокчейн-то и не нужен. Если вдруг нас зарубили на каком-то одном ресурсе хранения наших данных, у нас быстро там миллисекунды, практически там 10 секунд, вы даже клиенты не увидит, мы с другого ресурса берем информацию. И эта информация, она сразу копируется, когда обновляется сайт, обновляется личный кабинет, да, сразу она копируется на все наши ресурсы хранения, понимаете? Поэтому система блокчейн, которая была придумана 10 лет назад, сегодня она уже настолько устарела, вот именно биткоиновская, что на нем просто тупо делают деньги. А мы будем думать, нужно смотреть вперед. Я хочу сказать, все, что предлагают сегодня нам с блокчейнами, я задаю простой элементарный вопрос. Вообще, посмотрите мое выступление на криптоконференции. Я задаю вопрос. Вы можете нам дать, вот ближайшее, ну, будущее же надо смотреть. Я говорю, чтобы было минимум хотя бы обработка данных, хотя бы миллиард в секунду. А зачем так много? Ну 20 тысяч, ну 50. Вот посмотрите, те столько не делают, те столько не делают, а мы делаем. Я говорю, при чем там те делать не делают? Вы представляете, 50 миллионов километров дорог, которые хотим построить. Значит, примерно 15-30% населения будут скоро ездить на Skyway. Значит, если предположить, через 20 лет у нас может быть порядка 20 миллиардов людей вообще на планете. Значит, 30% это 6 миллиардов человек, которые могут ездить. Значит, в секунду, по идее, может идти одновременно заявок на обработку данных по Skyway только, да, 1 миллиард, но минимум там 500 миллионов. У них глаза вот так вот становятся, они говорят, ну что-то мы вообще не понимаем. Потому что они, ну, мелко многие ходят. И даже тут мне рекомендовали некоторые наши партнеры, писали, и когда я начал задавать вопросы, ну, то есть такое ощущение, что все делают вот эти вот ICO и все остальное, чтобы тупо срубить капусты и придумать какие-то там наилучшие маркетинговые программы. Если ICO еще в прошлом году можно было сделать за 50 или 100 тысяч долларов, то сегодня ICO подходит цена там от 400 тысяч до 1 миллиона. Ну что такое ICO? Ну фигня полная, блин. Это все равно, что то, что мы делаем сегодня с компанией Skyway, это фактически прототип ICO. Но только мы не кричим на каждом углу, что это ICO.
Написано: Андрей, добавьте, пожалуйста, на сайт СВИК хотя бы английский, немецкий язык. Обидно, что люди уходят в другой фонд, так как русский не понимают. Как это у нас есть личный кабинет на английском, на у нас несколько языков есть. Как это вы говорите, добавьте? Вот у нас сайт на английском языке, на чешском. Если говорить о личном кабинете, если о личном кабинете, да, то у нас есть английский, эстонский, испанский, чешский, итальянский, португальский. Вот уже итальянский язык есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть языков. И сейчас еще будут добавляться китайский, я думаю, уже в течение февраля, казахский. Еще какой-то язык был, да? Польский должен быть. Польский вот сейчас должен быть, хотя в Польше у нас не сильно-то много и партнеров. Ну хорошо, дорогие друзья, я смотрю, существенных таких вопросов уже фактически нету. Я хочу пожелать всем, так сегодня 1 февраля, хочу пожелать всем, дорогие друзья, да, арабский планируется, вот, кстати, арабский планируется, да. Угу. Дайте ревку на английский. Так зайдите в кабинет, и там есть ревка на английском, какие проблемы. Да, в Украине два мастер-профи назначено в феврале месяце, в феврале и в марте. Когда будут документы для того, чтобы юридические лица могли платить за обучение мастер-профи? Уже есть. Уже есть, да? Да, в любой момент. Регистрировать аккаунт нужно. Регистрировать аккаунт нужно. Вот Максим Гафия говорит, что уже все есть, они могут уже готовить. А документы, может быть, на мастер-профи тренинг, не просто на обучающих какие-то. А какая разница, мы можем сделать и на мастер-профи. Главное, чтобы было... еще раз добрый вечер. Значит, самое главное, чтобы было вовремя. Прежде чем вы будете делать какой-то аккаунт, вы должны обратиться в службу поддержки. Вас свяжут с менеджером, который у нас сейчас ведет, Татьяна Журавлева. Она ведет юрлица, и она подготовит все, и она зарегистрирует вам аккаунт. У нас сегодня сами юрлица не регистрируют себе аккаунты как физлица. Это делает наш менеджер. Но юрлица должны предоставить всю необходимую документацию. Список документации служба поддержки вышли. То есть первое, что хотите сделать, это обратитесь в службу поддержки, вам дадут список, вы его предоставляете, и после этого регистрируется аккаунт, и после этого проплачивается мастер-профи или другой какой-либо АИ. Вот. А так все налажено, все работает. Хороший вопрос задали. Как я вижу, через 5 лет? Давайте я скажу, что не то, что я вижу, а что я хочу. Я хочу, чтобы уже через 5 лет нас было около 2 миллиарда человек по всему миру, которые поддерживают SkyWay. У нас идет строительство во всех странах мира, более чем в 35 странах мира. Огромное количество политиков, предпринимателей, бизнесменов, чиновников задействованы в SkyWay. Им очень нравится продвигать SkyWay, и они очень сильно помогают в реализации дорог SkyWay. У нас огромное количество людей, которые начали зарабатывать уже, мы перешагнули, скажем, перепрыгнули все эти показатели многоуровневого бизнеса, и наши топ-лидеры уже больше 1000 человек, которые зарабатывают больше миллиона долларов в месяц. У нас идет сумасшедшее финансирование, с сумасшедшей скоростью финансирования адресных проектов, и крупные акулы, крупные фонды, финансисты, они просто не успевают, потому что когда они говорят, ну мы подумаем сейчас еще, мы проверим вас, а потом приходят и говорят, ну все, мы готовы оплатить, а тут уже огромное количество людей, которые проплатили больше 50-60%, 70% финансирования адресных проектов. Я вижу, что уже построена, хочу видеть, построена дорога Санкт-Петербург-Владивосток, ТРК Лондон-Лондон-Лиссабон. В Австралии, в Таиланде, во Вьетнаме, в Индии, в Южной Америке. По Европе огромное количество фондов, которые работают со SkyWay по финансированию адресных проектов. В SkyWay Invest Group у нас больше миллиона президентов, квалификации президент. И это те люди, которые создают огромные потоки для финансирования SkyWay.
Я также вижу, что хочу видеть, что первый юнибус скоростной купит Ховратов Андрей. Ну вот так вот. И как раз отправляюсь в путь на Дальний Восток, потом в Китай, потом в Индию. Вот так вот. Хорошо, ребят, на такой ноте хочу пожелать вам, мечтайте и действуйте, создавайте богатство в своей голове, потому что чем больше мы будем с богатыми людьми работать, тем быстрее мы реализуем проект SkyWay. Потому что я очень хочу реализовать проект SkyWay не за 30 лет. Вот меня задают вопрос, почему на 20 лет вы подписали договор, а ведь за 30 лет же планируется 50 миллионов километров дорог. Я помню, тогда поставил себе такую планку, чтобы за 20 лет построить 50 миллионов километров дорог, чтобы, ну, построено было, вот создать такое финансирование. Поэтому хочется гораздо быстрее. А с теми роботосистемами, которые сегодня уже и проектируют, я думаю, Анатолий Дарович Виницкий, и огромное количество разработчиков в других сферах проектируют роботы, роботосистемы работы под водой, роботосистемы работы в строительстве, дорожном строительстве, да, я думаю, что очень быстро будут строиться эти дороги. Несмотря на то, что есть огромное количество разных структур, которые, ну, как думают, что это может быть не очень хорошо, хотя я уверен, знаете, как вот мне говорят там, вам не даст там российские железные дороги построить, либо вам там не даст Министерство транспорта там какой-то страны построить. Я говорю всегда этим людям, дайте мне поговорить хотя бы часик с человеком, который отвечает за вот это направление, и все, я думаю, у нас все получится. Дайте только поговорить. А и также еще, что я хочу видеть. Я хочу видеть, что в течение 5 лет, через 5 лет, нет войн в мире, на планете царит только мир, только процветание, люди становятся очень продвинутыми, они не допускают никаких военных конфликтов, потому что знаете, почему мне дали вот этот вот еще значок миротворца? Потому что мы все за мир. Я хочу, чтобы был мир. И уже 2 или 3 года подряд, второй год подряд. Раньше мы пили, когда, помните, Новый год, всегда чокались так, чин-чин там, ну там, и третий тост или какой-то тост четвертый, за мир, да, во всем мире. А вот уже второй год подряд, Новый год, я когда встречаю, мы с папиком четвертый тост, говорю, давай, папик, за мир во всем мире. Он, да давай, за мирное небо над головой. Потому что то, что творится в геополитике, вот с этими кучкой, знаете, грубо скажу, ну уроды, которым нужны военные конфликты, нужны конфликтные ситуации в мире. А их горстка этих людей. А почему все происходит? Потому что люди слабо развитые многие. Потому что не могут поднять свой уровень развития на более высокий уровень, не понять развитие, что манипуляции идут сумасшедшие через медиаслужбы, через все остальное. Поэтому еще бы я хотел очень сильно, да, чтобы прекратились войны и люди стали осознанными во многих направлениях, в том числе и в геополитике. Потому что только мы сами с вами кузнецы собственного счастья. Если мы кузнецы собственного счастья и своей судьбы, то точно так же мы все, если объединимся, построим SkyWay и будем говорить, что мы за мир, мы не допустим никаких военных конфликтов. Мы их просто избежим. Поэтому, дорогие друзья, будьте высокоразвитыми личностями. И будьте такими людьми, которые всегда быстро находят ответы и перестраиваются во многих вопросах. Всего доброго, пока-пока всем.